Полицию обратился 22-летний рязанец. Он совершил покупку в магазине, и ему заявили, что 5000-ные купюры, которыми он расплачивается, фальшивые. Полицейские опросили мужчину и выяснили, что эти банкноты он получил при продаже своего смартфона. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Рязанской области воспользовались комплексом «Безопасный город». Они установили описание и госномер автомобиля, на котором передвигались покупатели. Ориентировку на розыск автомобилей злоумышленников разослали в соседние регионы. Вскоре поступили сведения, что разыскиваемый автомобиль двигается в сторону Пензенской области. При содействии местных коллег этот автомобиль остановили. В салоне «Жигулей» находились двое 22-летних жителей Оренбургской области. При досмотре автомобиля оперативники обнаружили 10 банкнот номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Злоумышленников задержали. Установлено, что молодые люди приобрели фальшивки в Москве с помощью сети интернет через тайники-закладки. Также полицейские установили причастность задержанных к еще нескольким фактам сбыта подделок как в Рязанской области, так и в других регионах России. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкции по ней предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде ареста.